Всем привет, друзья! Продолжаем играть Гидронир на Волковидусе. Смотрите, сколько тут места я уже разрыл. В принципе, территория моя расширяется. Осталось вот эти вот облака как-то выгрести. Я не знаю как, правда, но... Думаю, что-нибудь придумаем. В прошлом видосике я напечатал тяжелый бур и тяжелый сборщик. И вот в этом видосике мы будем с вами все это дело устанавливать и подключать. Поэтому... Дел на сегодня очень много, много чего придется закупить. И самое главное, все тут надо как-то установить. Да, это тут надо все переделать, абсолютно все разбирать. Останавливать производство, устанавливать дополнительные буры здесь. И вот на этом месте поставить новый сборщик тяжелый. Это будет, конечно, работа еще там. Поэтому мне придется сегодня попотеть. Ну, а мы с вами давайте потихонечку начинать. Итак. Я перенес все-таки свою хрень, которая пилит ресурсы сюда. Сделал ее, ну потому что, ну блин, сверху тянуть ресурсы, чтобы они обратно сюда возвращались, короче, это жесть. В общем, тут мы пилим ресурс, выбираем сколько нам нужно, отрезали. То, что нам нужно, кидается сюда, остальная сейчас у нас пошла сюда, сюда, сюда. И прыгает на этот конвейер. Вот. В прошлой видосике мы не успели выполнить задание, но сегодня мы начнем как раз таки с этого. Выполним эти три задания, поедем отчитаемся и заодно купим то, что нам сегодня будет необходимо. За кадром я пробовал наконец сюда проехать. В принципе, буры мы тут установим. А вот насчет вот этой штуки, сборщика, я, конечно, не знаю. Надо будет попыхтеть. И, скорее всего, какую-то часть мы сегодня тут вообще разберем и перенесем на другое местечко. В принципе, тут... Есть куда-то дело все передвинуть. Ну, в общем, посмотрим. И еще, друзья, я когда-то копал, наткнулся на вот такую неведомую хрень. Летают куски железа. Что-то тут все сверкает. Я вообще не пойму, что это за аномалия. Думал, может, подойду, узнаю, что это. Это у них вообще ни хрена ничего не берется. Я нажимаю, никакой подсказки нет. Короче, я пока что не пойму, что это за хрень. Может, какие-то тут волшебные залежи железные, я не знаю. Либо что-то там внутри еще есть, надо копаться, углубляться ниже. В общем, непонятно. Да, друзья, еще сегодня обязательно съездим, достроим этот магазинчик. Получается, третий. Потому что насос, модуль насос я сделал один пастел. И, в принципе, нам осталось еще два штуки. Это, получается, 800 и 800 карстоуна отличника даже остается сдача. И остальное мы дело провернем как раз таки на постройку магазина. Поэтому пускай пока плавится. Давайте займемся сейчас заданием. Я тут начал с вот этого. Значит, нам уже сейчас сделать меч. Давайте сразу выберем меч. Вот так, да? Вот так. Значит, первый слиток нам потребуется — это железо. 152 я уже отломил здесь. Вот, давайте пускай он тут разогревается. Так, желательно, чтобы не перепутать. Тут надо обязательно соблюдать последовательность. Включаем конвейер. И дальше что у нас по списочку? Клотиум, да? 8,5 и 8. Ну, можно окрулить. Давайте 2 куска по 9 сделаем. Клотиум, друг, ты где? 1900, охренеть. Давайте выплавляем клотиум. По 9 штучек мы сейчас отрежем. Остальное... Ах ты, блин. Подождите, надо успеть, кстати, кусочек забрать сейчас. Потому что мне надо 2 куска по 9. Так, один отрезает. Отдай. И еще один кусочек отрежь. Все, а это пускай возвращается обратно. Так, это также мы кидаем разогревать. Так, не перекрывай кусочек железа. Все, тут у меня все готово. Молот я купил. Давайте закидываем это все сюда. И быстренько надо застучать, чтобы эти кусочки не успели остынуть. Остыть. Все. Меч готов. Блин, а как бы вот так вот запомнить? Потому что у нас тут еще один меч есть. Давайте, смотрите, у нас один меч. Это в Новой Поляне. Это город, который окружен лавой. А другой меч у нас, сука, тоже в Поляне. Но там у нас сломано золото стоит, да? Ну, у них же есть отличие. Вот видно, что этот из клотиума, да? У него цвет такой своеобразный. Ладненько, давайте второе задание, то есть по порядку, так, 1, 2, 3. Следующее, или ладно, давайте уже это. Значит, следующее задание, нам нужно золото-железо, и в принципе тут золото-железо, поэтому сразу давайте выполним золото с железом.
Железами тут прется вообще. С дикой силой. Так, и золото. Все, обнулили. Кидаем это дело поближе. Ну, давайте тогда выполним вот этот вот меч. 171 золота. 171 кусочек золота. Кидаем. Так, это получается первая часть меча. Дальше у нас 198. 198. Окей. Кидаем. Это вторая часть меча. И третья у нас это железо 155. Давайте щелкаем 155. И распиливаем. Так, готово. Это третья часть меча. Блин, как бы так не перепутать. 1, 2, 3. Все, тут у меня все выставлено. Ждем, пока разогреется. Да, ну, в принципе, уже разогрелось. Первая часть, вторая и третья. Ну да, меч отличается, наверное. Не, отличается, но просто надо запомнить, что один меч, который у нас в основном золото, это Годрику. У него, кстати, фамилия как Голден, поэтому Год. А тут Элли с Новой Поляны. А Ламбертон Харбор это, подожди, вообще где? Это, мне кажется, не знаю где. Короче, ладно, посмотрим. Итак, последнее задание у нас золото 188. В принципе, золото можно заканчивать, пускай он едет. Это нам нужно убрать топор. И железо. Да пускай будет тоже 188. Эти несколько грамм, короче, не беднеем от них. Смотри, у нас уже какой-то раскаленный слиток получается. Так, кидаем сюда. Кидаем сюда. И делаем топор. Все, друзья, инструменты готовы. За задание мы сейчас отчитаемся. И эти листки у нас пропадут. По сути. Значит, что нам нужно ехать сейчас покупать в городе? Покупать нужно достаточно много лавовых труб. Блин, металлом надо будет собрать обязательно. Так, лавовых труб. И, соответственно, водяных труб. Потому что вот эта труба, которая у нас идет оттуда, скорее всего, нам уже не понадобится. Потому что в этом сборщике новом он выдает свою водичку под высоким давлением. Но только надо ее туда подавать. И лаву под высоким давлением 350. 350 чего-то там. Ну, пускай будет атмосфер, короче. У нас пока что 305. Стоят два модуля. Еще два модуля добавим, и будет, мне кажется, отлично. Что тут с сумочками? О, надо кинуть. И надо будет потом закупить еще. Все. Ох, нифига себе. Расход просто бешеный. 20, 15. Ну, в принципе, нормально. В принципе, нормально. Короче, друзья, что-то там мчим. Тогда возьмем ведерко. Выплавим клотиум и выплавим корстоун. Потому что они нужны для чертежа. Все, друзья, встретимся на вулкане и будем уплавлять модули. По моим подсчетам, это получается у нас будет давление где-то 360 в трубе. А нам нужно 350. Ну, пойдет нормально. Что-то перекостилось. Собственно, вот он модуль. 800 того и 300 этого. Короче, берем, закидываем этот тигель и выплавляем модули. Один кусочек готов. Забираем в мотоцикл. Готово. Все, теперь у нас насос лавовый полностью. Короче, проапгрейдили мы его. И должен выдавать максимальное давление. 360. 360 атмосфер. Пусть будут атмосферы, короче. Ну что ж, я на месте. Что самому интересно, сколько там выдаст давление. Так, берем один кусочек. И у нас... О, тихо, тихо. Не сюда, вот сюда. Так, один кусочек вставили. Значит, 335. И последний модуль. Вот, все. Максимальное давление 365. Да, минус одна клеточка. Получается всего 370 у нас будет. Ну, слушайте, давление мы добились. Теперь, собственно, можем
поехать за покупками и заодно читаться за задание. Сейчас заправлю байк, а то он пустой, считай. Вот, друзья, что я говорил, видите, пробка у меня получилась. Скорее всего, вот эти вот штуки надо поднять чуть повыше, иначе начнется хаос. Поэтому я и купил магнитную палочку. Давай сначала сохранюсь, потому что бывает там настолько много ресурсов, что аж игра дико начинает лагать. Итак, приготовьтесь. Вот это да. Давайте, падайте, падайте, пацаны. Все нормально. Лишний кусок. Ну, это, в принципе, можно руками закинуть. Стоять. Так, везде проверено, нормально все. Все чисто, все хорошо. Офигеть, 62 килограмма золота, 91 килограмм железа. Мы просто богачи, друзья. Короче, забираем два меча. Кидаем их сюда. Кстати, да, вот это надо выложить. И вот это надо выложить. И, в принципе, конвейер пока что можно отключить. Сейчас плюхнутся они сюда. Да, скорость тут маленькая. Не стал сюда нагнетать для давления. В принципе, мне тут скорость, по сути, ни к чему. Она не нужна тут. Все, забираем тогда. Один, ну, скорее всего, в ведре я не унесу, да? Придется заезжать. Ладно, придется сюда заехать. Так, Ламбертон Харбор. Давайте сейчас точно посмотрим, что я могу ошибаться. Это у нас где? Нью-Глейд. Понятно, вот. А, это на причале вообще. Я понял, то надо будет туда заехать. И где он стоит? Ага, получается справа. В городе один слева, другой справа. Все, я понял. Едем тогда, друзья. Задаем задание, покупаем тележки. Хотя мне тут тележки есть, но они уже наполнены. Не хочу их трогать. Тележки тогда погрузим, трубы. Кому тут топор нужен? Тебе, Стэнли? 1200 топор. Ну да, тебе, походу, да? Или тебе? 1900, кольцо. О, я это задание сейчас возьму. Давайте этому отдадим топор. Да, не за что. Забираем монетки. А вот это задание возьмем. На 1900 нормально. Почему бы, собственно, не сделать такое колечко из сапфира? Вот, кидаем отсюда. Ну, тут мы задержаться не будем. Едем туда сразу в город. Там купим трубы. Там просто немножко поудобнее расположены, вроде бы. Купим трубы, да и, в принципе, отчитаемся за остальные два задания. Так, подожди, у нас получается один справа, другой слева. Вот это, наверное, первый. О, Годрик, я помню тебя. Тебе надо золотой меч. Это вот этот. На. Так, 1800, тиченька. Кидаем, другой получается у нас где-то слева. Посмотрим, может, какие-то тоже задания тут нам дадут интересные. Вот это, что ли? Да, Эллен, меч, тебе 1000, блин, ну 1000 как-то, ну... Ладно, в принципе, пойдет, на. Зарежешь своего парикмахера. Так, 4 рубля у нас есть, отличненько. Ну что ж, тогда поехали. Пойду я на сам закуплю с трубами. Посмотрю, какие тут задания есть. И тогда поедем устанавливать тяжелый бур. Итак, друзья, я готов. Представление начинается. Трубы я купил. В принципе, вот это немножко водяных труб есть. Плюс там, может быть, что-то будем разбирать. Короче, давайте первым делом мы начнем, наверное, с установки вот этого сборщика. Потому что если мы сейчас сюда установим буры, то я уже точно не подъеду установить сюда вот этот сборщик. Скорее всего, лестничная штука, площадка у нас пойдет в эту сторону, потому что тут она сейчас будет проехать на экране. Для этого, друзья, вот это сейчас надо будет все разобрать. Вот это я оставлю, конечно же, а вот эту всю линию вместе с бурами надо будет сейчас все выключить. Так, если я выключу вот этот вентиль, у нас получается и бур перестанет работать, поэтому придется вручную все загасить. Пускай все переработается это, чтобы у нас на линии не было никаких кусочков. Так, блин, металлолом надо будет собрать, обязательно сдать. Все, пускай там едут, управляется. А я тогда беру молоточек, все вот это отстукиваю. Охренеть.
Да, работы очень много, друзья. Для меня этот видос, наверное, затянется на очень много часов. Ну, для вас, как всегда, минут 40-50. Так, сейчас все разберу и тогда продолжим. Я все расчистил здесь. Надеюсь, мне вот это местечко хватит, чтобы проехать и поставить сюда вот этот гребаный очиститель. Молоток, ты, пожалуйста, не мешайся. Ну, расположись куда-нибудь. Стоямба. Стоямба. Надо застучать. Нет, немножко не... Немножко не так застучал. Подожди, стоять. Вот сюда поближе. Все, короче, да блин, то сраный конченый молоток. Не знаю, будет ли мешаться. Может быть, вот тут еще разобрать. Вот это вот лестница, ну, я думаю, что не должно. Так, что ж, давайте бегом за краном. Где у нас? Вот он. Надеюсь, он заправлен. Блин, надо же бур еще вытащить. Может быть, его просто оставим здесь. А, он как раз таки... А, ну он еще в багажнике у нас, замечательно. Так, чтобы туда проехать, это нужно, конечно, постараться. Я, конечно, не знаю, через лаву проедем или нет, но... Давайте попытаемся это сделать, потому что я не хочу бежать слишком долго. А тут, в принципе, если деревья нам не помешают, мы доберемся до этого сборщика. Так, стой, стой, стоп, стоять. Мне кажется, мы дотянемся, лучше тогда задницей сдать. Потому что вперед он стрелу не выдвигает, поэтому надо развернуться. Вот, я думаю, так будет нормально. Цепляем, нажимаем F и погнали. Надо будет сразу сейчас насчет труб продумать, где у нас лавы подключаются. Ни хера не вижу что-то. Так, это выход водяной трубы. А где лава подключается у нас? Алло? Там, скорее всего, бур мешается. Ладненько, давайте как-нибудь аккуратненько поедем вниз. Попытаемся заехать на наш участочек. Блин, надо... Я так понимаю, там еще ниже можно копать. Это уже третьим уровнем. Получается, кирку надо новую, там, или бомбу логическую, и модуль для лавокопателя. Вот, ну, пока что так. А потом, конечно же, мы все буры перетаскиваем вниз. А сборщик пускай у нас остается здесь. Ну, просто посмотрим, чем отличаются вот эти тяжелые буры от обычных на этом же уровне. По массе, по производительности. Но, опять-таки, у меня бур достался такой убогий. Ну, как, он в плане производительности нормальный, а по скорости... Там вроде черепушки у меня. Надо будет посмотреть. Ну, в чем дело, не пойму. В чем мы стали? Что мешает? Что за неведомая сила нас остановила? Причем вообще ничего не вижу. Ладно, там, может быть, что-то недораскопал я, ну. Ничего нету. Внизу, вверху. А что ты стал-то, не пойму. Кусок дерьма. Дубль 2. Ну, с разгона, в принципе, получилось. Теперь нужно уже как-то развернуться, туда заехать. Так, ну-ка. Да, нам придется там еще немножко копать, друзья. Я уже вижу вот этот горб, который будет мешаться, и мы застряли снова. Ну, я подъехал максимально близко, но хотя, по идее, вот этот горб еще можно сгребсти, ну. И если будут мешаться конвейеры, просто даже их разбирать. Ну-ка, давайте попробуем. Нет, не туда, сюда. Стоять. Может быть, в принципе, получится. Нам где-то вот... Вот тут надо расположить. Ну, опускай. Что мешает? Что-то завис. Не, скорее всего, нам зачем назад сдать. Что-то мешается. Почему ты проволока срано натянулась сюда? Ну-ка. Опустить по максимуму. Вот. Приподнять. Так, лава-труба. Это туда. Нам нужно развернуть. Сейчас приподнимем чуть-чуть. Так, друзья, у меня, походу, получилось это сделать. Офигеть, кран такой здоровый, что даже по дизам прошли. Вот, поставил эту хрень сюда. Так, выход водички у нас вот. Логика вот. Лава вот. Так, точно на земле стоит. Слушайте, вроде получилось, друзья, охренеть. Это реально жесть, на самом деле. Давайте попытаемся теперь отсюда как-то выбраться. Просто хотя бы отъедем. Потому что еще буду устанавливать, поэтому кран оставлю здесь. Фух, друзья, чтобы установить этот странный сборщик, это просто хрень, сколько тут, сколько нервов потребовалось. Слушайте, подождите, а куда он выбрасывать-то будет? Подожди. Сюда, да?
А, ну пулит, смотрите, как четко. Вот сюда он выбрасывает, и как раз на конвейер, слушайте, прям хорошо. И смотрите, прям водичка тут идет. Мне больше интересно, сколько же он тут давление будет водички делать. Это, наверное, первым делом мы сейчас проверим. Мы сейчас что-нибудь замутим, обязательно проверим. Давайте стукнем молотком, чтобы никуда этот сборщик не убежал. Вот, все, ты, братан, будет на месте. А, так, линия вот эта у нас была вот здесь. Вот здесь. Блин, офигеть, сколько тут геймера придется мне тут все восстановить. Теперь что мы делаем? Давайте хотя бы просто подключим, где у нас тут вот сюда. Тут нам надо, короче, где-то тут по высоте подключить нам лавовую трубу. Водичка. Лавовую трубу. Плюс ко всему надо сразу же перед лавой еще воткнуть нагнетатель давления. Сейчас просто мне тут снова почистить немножко местечко. Так, значит, сделаем вот здесь нагнетатель, поставим перед самим сборщиком. Здесь поставим тройник. Он у нас пойдет вот сюда. Потому что нужно запитывать еще нам вот эти все сжимальщики камней и плюс кирпичи, где делают эта хрень. Эта труба идет вот здесь. Все, подключаем это. Для конвейера место тут есть. Единственное, что правда хочу сразу проверить, какой он вот дает давление. Поэтому поставим здесь просто пока что прямую трубу. Вот. Где там у нас датчик давления. Разберем его, наверное, сюда. Вот нолик. Так, ну что ж, мне теперь нужно подвести трубы сюда. Наверное, кран мы уберем, потому что надо сейчас загнать грузовик с трубами. Да, трубы надо тоже тут восстановить, поставить. Короче, жесть. Потому что вот этих труб мне явно не хватит. Вот, ладно. Короче, сейчас что мы делаем? Просто подтягиваем трубу сюда. Ну, нифига себе, эта штука здоровая. Мне пришлось еще за конвейерами ехать. В общем, я использовал так пока что три бура. Здесь конвейер. Пошла херня это наверх. Смотри, раз, два, три, четыре. Офигеть. Целых четыре штуки на возвышенность. Я вот не знаю, может быть... Не знаю, тут может быть продлить конвейер. Не будут ли они мимо падать? Ой, я выберусь отсюда теперь. Надо будет проверить. Главное, чтобы они мимо не падали. Все, короче, я застрял навеки здесь. Ладно. Надо бы сейчас пробовать запускаться, проверить, как все это дело работает. Так, там у меня все включено. Тут у меня все включено. Единственное, что оно может быть эти. Давайте закинем. Вот эти штуки. Энергетические осколочки. Блин, я немножко неправильно расположил эту хрень. Ну, нормально, потом поменяю. Сюда надо тоже обязательно воткнуть этот осколок. Не беси меня своими аканями. Так, все, сюда мы тоже подали давление. Сюда мы не подали давление. Это самое главное. Самое главное, что там с осколочками. Осколки у меня должны быть где-то расплавленные. Вон, два штуки. Тоже сейчас проверим. Так, открывай. Открывай. Ну, в принципе, можно и так. Все, сюда мы 350 уже дали, да, напор. Кстати, подождите-ка. Стоямба. Стоямба. Где у меня еще датчик давления? Я должен тут просто проверить, сколько он выплевывает. Серьезно? У меня был кусок говна. Это сейчас я пойду найду. Вот тут. Вот. Ну странно, там тоже должен быть. Ладно. Нихрена. Нихрена подобного. Короче, располагаем это так. Вот, все, давление тут будем видеть. Буры у нас подключены, водичка у нас есть. Пока что мы подключили вот эту водичку с обычным давлением 245-250. Так, это у нас идет сюда. Туда все, по идее, должно плюхнуться. Отсюда, конечно, будет падать все говно, но... Наверное, один пока что бур подключим. Просто интересно, сколько тут будет водичка. Под каким давлением? Или все ли правильно я подключил? И опять-таки, вот логический выход. Может быть, туда включить эту водичку еще. Придется где-то кнопочку разобрать, либо где-то у меня там еще есть. В общем, надо будет сейчас все проверить. Я сохранюсь. На всякие пожарные. Так, давайте включим пока что вот это вот. Где-то плюхай, да? Я, в принципе, даже знаю. Слушай, пока что давление нормальное. А, ну да, вот тут опять я сюда прыгнул. Ну, ничего страшного, пробочку, если что, мы тут поставим. Короче, если мы сюда залезем, то это мы уже никогда не вылезем. Включаем вот эту установочку.
Установочку. Установочку. Что с давлением? 368. Отлично, входит. Смотрите, что там происходит, друзья. Закрутилось. Смотри, стой, не надо. Так, крутится, значит, да? Крутится. Давление. Ну, давайте сейчас запустим кусочек руды. Мне просто интересно, как он? Не будет мимо сборщика падать? Погнали, погнали, погнали. Погнали. Мы стоим, он падает. Не, он падает туда, замечательно. И выпал кусок дерьмеца. Подожди, стоять, выключаем. Пока что выключаем. Охрененный кусочек толстенький. Где весы, сейчас взвесим. Что тут у нас? Хоть и на толстенький, но вес практически такой же остался. Ну, нам надо сейчас все равно. Офигеть, тут уже. Серьезно, что ли? С одного куска столько повыпадало уже. Охренеть. Прикольно. Нам, я так понимаю, нужно включить вот этот датчик, да, давление, датчик, чи переключить водичку. Ну, давайте пока что временно я возьму вот этот, вот эту хрень. Можете я тут слитно вот так? Да, можно. Переключаем логику. Так, пока что нолик. Снова давайте включаем, проверим сейчас. Может быть, что-то не так. Может, надо побольше руды сыпать туда. Хрен его знает. Не, пока что по нулям. Почему по нулям? А ну-ка, давайте так включим. Ноль. Ноль. О, 348, друзья. 300, мать его, 48. Охренеть. Охренеть. Так, ладно, как очистить? Форстрок необработанный. Вот это надо, да? Очистить. Вроде оно. Чтобы ничего лишнего не было. Да что вы будете делать, а? В общем, друзья, 348. Видели это давление? Обалденное. Мы обязательно эти трубки будем себе подключать. Так, камни очистим. Необработанные ресурсы тоже очистим. Чтобы все, чтобы тут не было мусора. Так, значит, все вроде как работает. Все вроде падает туда, куда положено. Вот сюда, ничего мимо у нас нет. Отличненько, я думал, может быть, замутить что-то некое подобие так трамплина этого, но это больше садите, чем трамплин. Вот, отличненько, все, работает, друзья, замечательно. Пока что это все перекроем. Я тогда сейчас это все дело застучу, и надо будет сейчас протягивать здесь дальше трубки. Ладно, давайте пока что это ставим на потом застукивание. Это сюда, это сюда. Так, а значит, мы хотим подключить здесь нормальную водичку по нормальным давлением. Или хотя тут зачем нам высокое давление? Тут сколько мы? В 250 выдаем? Можем, в принципе, хрен его знает. Так, мне нужно подключить на вот этот конвейер водичку. И подключить вот этот конвейер. Это тут у нас получается должна быть прямая труба. Молоток, брат, иди сюда. Так, вот это тут срач, друзья. Срач просто неимоверно. Посмотрите, что творится, что происходит. И мне это все разгребать. Буры валяются, все валяется. Так, мне нужна прямая гребаная труба. Прямая труба. Это у нас вот сюда. И там, скорее всего, у нас будет тройник, которым будем пускать понизу. И подключать вот эту водяную линию. Плюс, еще что нужна нам водяная линия для вот этого бура. Да? Это ж охренеть, сколько много надо этих линий. Или все-таки ставить там 260 этих гребаных вольт, ампер. Ну, вы поняли, короче. Ладно, давайте подключим толстую линию, так уж и быть. Хотя, подождите, опять, а вдруг у нас что-то случится, это остановится, и, соответственно, конвейеры все у нас остановятся. Во, точно. Давайте, да, все-таки оставим вот эту линию, которая у нас будет всегда работать, всегда будет тут водичка идти. А тут мы это просто для вот этих вот конвейеров, вот этих вот. Кстати, с какой скоростью они будут бегать. А потом, может быть, в будущем, да, и переделаем. Ну, посмотрим. Но я пока что вот так вот хочу. Конечно, если что, пишите комментарии, сделаем, замутим по-правильному. Так, вроде все. Стук. Стук где? Стук вот он. Так, застукиваем здесь, здесь, здесь. А пачки стоять не отстукиваем. Вот тут у нас будет тройник. Где-нибудь тут есть тройник? Так, вот он.
Так, раз у нас высокое давление тут выходит, в принципе, тогда нагнетатель тут ставить мы не будем. Это высокое давление у нас везде по конвейерам пойдет. Так, дальше что мы делаем? Пробка. Пробку мы сейчас наверх поставим. Нам нужен конвейер еще один. О, у нас еще высокий есть. Блин, я зря покупал. Это сюда. Это у нас пойдет прямо. А, вот зачем. Вот зачем он понадобится нам. Это у нас вот сюда. Все. Руда у нас будет перемещаться теперь. В правильном направлении застукиваем. И трубу пускаем для пилы. Вот сюда, для этой линии. Так, поворачиваем. Все. И вот это безобразие мы тоже подключили. Все, друзья, мы это дело завершили. Можно застучать. Все, переходим к буру. Слушайте, друзья, мы же тогда, в принципе, можем линию запустить, да? В чем мы останавливаемся? В общем, друзья, можем, в принципе, пока же запускаться на трех бурах. Давайте, тут включено. Нет, включено. Это включилось. И включаем этих пацанов. Все, пошли куски. Давайте с ними пройдемся, пробежимся. Давление есть. Так. Плюх, плюх, плюх. Падают. Все, побежали. Скорость. Сами видите, какая. Блин, смотрите, они остановились. Нет, что-то нету, друзья. Так, а что за фигня? Почему ты останавливаешься? Тебе надо постоянно, чтобы подавались вот эти кусочки, да? Слушайте, друзья, ну, конечно, проблема. Видите, останавливается линия. Все, друзья, вроде подружился с этой линией. Поставил еще 3 бура. И, в принципе, 6 работают беспрерывно. И эта линия, соответственно, тоже работает беспрерывно. Давление постоянно 300, ну, больше 300, короче, нормально выдает в водяной трубе. А если мы еще когда подключим вот этот большой бур, естественно, мы это все будем подключать к этой конвейерной ленте. И я, скорее всего, друзья, буду переносить ее в ту сторону. Потому что тут, мне кажется, будет мешаться, да. Это все за кадром я сделаю. Сейчас мы просто проверяем, как это все дело подключается, как расширить наше производство. Все, тут у нас все побежало. Тут что, ты что, баловный? Все работает, все хорошо, высокое давление. Смотри, какая скорость, друзья, нормальная. Нормальная скорость. Вот, ну выше мы тут уже не сделаем, если только нагнетатель. Опять-таки, ну зачем нагнетатель, если тут у нас уже высокая скорость выходит. Все, короче, давайте, друзья, разбираться с буром. Пока что поставим его на этом уровне. Мне просто интересно, сколько он будет выдавать. Соответственно, потом мы, когда купим, точнее построим новый строительный магазин, попробуем углубиться там самый низ, прокопаться самый низ. И посмотрим, сколько там тоже будем добывать. Но это уже потом. Сейчас самое главное установить бур. Где у нас будет находиться, пока что ХЗ. Давайте сейчас немножко так отъедем. И пускай они будут ближе к стеночке находиться. Так, вот она у нас, труба, вот она уходит, да? Нам нужно как-то повернуть, чтобы... Ой, не ту кнопку нажал. Надо повернуть так, чтобы у нас выплевывал. Вот так. А, вот, отлично, друзья. Внизу он будет подключаться у нас. Давайте вот так поставим бур. Вот. Ну-ка. По низу кинем вот эту лавовую трубу. В принципе, нормально, да? Вот у нас тут места хватает. В принципе, даже никакого препятствия нет. Вот. Расставим их здесь. Соответственно, надо мне потом выдать тут тоже туннелей. Туннели, короче, офигеть. Очень много сейчас понадобится мне лавовых труб. Я взял, конечно, их штук 20, но я уже часть израсходовал их вот сюда. Так, друзьяшки, я думаю, мне хватит труб. Очень это надеюсь. Если нет, то мы придумаем. Поставим тройники. Потому что, как мне, тройники у меня точно есть. Поставим их заглушки. Нет, нормально, все хватает. Угловой остался. Все, друзья, мы подвели. Нормально, все хватило. Все, кидаем сюда энергетический осколок, чтобы у нас давление было максимально. Офигеть, уже получается 360, да, у нас уже выходит 360 368. Отличненько. Вот это сейчас все давление будет идти в этот тяжелый бур. Все это кидаем. Ну что ж, давайте сейчас возьмем ротазик, посмотрим, что там у нас вообще будет происходить. Что тут вообще тут? Сраный металлолом, да? А еще тазик есть? Блин, а где-то был, короче? А, вот он. Пустой. Ну да, конечно, скоростной бонус. Тут черепа у меня везде стоят. По скорости понятно все. Зато размер бонуса за производительность. Сейчас будем это все дело проверять. Ну что ж, включаем, друзья, тяжелый бур.
Осталась последняя черта нашего сегодняшнего видоса. Ну-ка. Ух ты, япона мать. Вы смотрите, как он плюется. Охренеть. Ну-ка, братан, вырубайся. Какие кусяки выпадают. Толстый, блин, толстый, как я не знаю кто. Ну-ка. 9. Друзья, еще в два раза больше. Еще в два раза больше кусяки выпадают. Охренеть. Это получается... Вот эти сколько? По 5 килограмм у нас выдают в среднем. Да дай кусочек, пожалуйста. Один? В смысле? Было ж 5. Ну-ка, ты. Охренеть. Подожди, а на выходе получаем мы 5. Ну-ка, иди, братан, сюда. Ну, грубо говоря, да. А откуда? С воздуха еще берется? Все это безобразие. Короче, не знаю, откуда берется, друзья. Но вы сами видели разницу, да? Тут у нас выкидывает 1 килограмм, 1 грамм руды. А здесь, блин, охренеть, десятку. Десяточку. Ну, 9. Охренеть. Вот это разница. А скорость, друзья, вы видели, какая скорость ему выплескивания? Слушайте, это просто шедевр. Надо эти буры ставить. Надо буры ставить обязательно. Итак, друзья, в принципе, сколько у нас там карстоуна? Нам нужно 400 карстоуна. 888 есть. Отлично, тогда берем его, выплавляем. Берем клотиум и берем... подождите, что нам нужно вообще было там для постройки магазина? Обязательно кирпич, это 100%. А, там клотиум, я думаю, либо золото, да? Ну, на всякий случай, давайте еще золото возьмем с собой. Вдруг я там ошибся. Все, прыгайте. И кирпичик, тут у нас кирпич на 50 килограмм, что ли, офигеть. Это кирпичик здравый. А ну-ка, давайте эту гадость кинем сейчас сюда. Я этот застрял что-то, братан, тут. Так, пошел кусяка. Пошел. Швырь. Ну-ка, что там? Да, вот это тут выплюхивается кусяки. А представляете, мы еще вниз углубимся туда, дальше, на третий уровень, что будет? Все, ладненько, я пока вот это высыплю. Закидываю сюда кирпич. Ну, спасибо тебе. Ты можешь нормально прыгнуть? Ладно. Закинем тогда золото, клотиум и карстоун. И поехали, построим наконец-таки долгожданный последний магазин в этом городе. Давайте, наверное, на мотоцикле поедем. Помните, друзья, у нас в ведерке была водичка, теперь там стала лава. Очень прикольно. Какая-то аномалия происходит в этом ведре. Ну, ничего страшного. Блин, я... Мне просто интересно, что продается в третьем магазине. Ну, буры и сборщики, это явно, что не будет. Это мы уже откопали. Скорее всего, будет кирка. Тяжелая лопата, как всегда, вот это вот. И модуль для лавокопателя тоже. Чтобы мы могли углубиться туда пониже. Пониже. Кстати, я взял задание еще тоже, причем такие нормальные. По 2000 денежек стоит. Надо будет обязательно их выполнить. Вот у нас третий магазин, друзья, подъезжаем. Сейчас построим. Я думаю, мне еще дадут ачивочку. Ведерко. Ты где? Вот. Кидаем кирпичик. Давайте, наверное, это клотиум, скорее всего, по-любому, да? Да. Это был клотиум. Ну, тогда кидаем курстоун. Все, хватает. Офигеть, мне с кирпичик на 20 килограмм. Щипонь. Ачивочку мне не дали, да? А я же город полностью восстановил. Серьезно? Ладно, забираем сдачу. Блин, кирпич вообще можно поехать продать. Там у нас дохрена его, наверное, скосю. Так, сделаем, продадим. Итак, друзья, у нас магазин. Последний магазин, третьего уровня. Мы все построили в этом городе, все, что возможно. И давайте посмотрим, что же тут у нас продается. Опять-таки, за вот эти снежные монетки. Так, что это? Шлем геолога разведки? Находит близлежащие рудные жилы. Это то, что я находил железом сегодня? Серьезно? Обязательно буду купить. Так, ну как я говорил, что тут у нас есть лопата. В принципе, такие цены не кусаются. Третьего уровня, конечно, скоростной бонус. И это бонус фигня. Мы, скорее всего, будем расплавлять. Нормально, короче. Тут тоже ледоруб конченый. Надо плавить его нормальным.
То есть с эти глыбы плавить и вместе с ними кидать чертежик. Так, соответственно, грабли. Логическая ядерная бомба. Вот то, что мне нужно, друзья. Вот она у нас нормально будет разносить хату. Третий уровень логики ТНТ. Эта штука реально охеренная. Так, ТНТ, понятно, да. Лава, короче, для копателя вот есть еще один модуль глубины. И это он, скорее всего, уже копает до третьего уровня вниз. Итак, у нас еще есть лава-бур, уже прокачанный. Размер бонуса и скоростной бонус можем взять. Ну, мне пока что это не нужно. В принципе, это и все. Классика. Обязательно, обязательно буду все это разблокировать. Надо тогда мне поискать глыбы и сделать нормальную кирку. Это в любом случае. Это вот, да, 400. А мы, кстати, денежки есть, можем прямо сейчас купить. Да. Я сейчас сам куплю, пойду домой, отвезу, потом с вами выплывем. Итак, короче, друзья, пойду я там наводить марафет на базе, расставлять буры, переделать все, чтобы было красиво. И в следующем видосике будем копаться на еще один уровень ниже в земле. На этом все, всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.